Погоди, пока здесь. На два слова. Я думал, ты как раз за то, чтобы не запирать людей без суда и следствия. Эй, обычно все так и есть. То есть ты отказываешься от своих принципов, когда тебе это удобно? Ну так давай, нацепи рыжий паричок и назовись Августиной. Может, на Хэллоуин? Лады. Тогда мы с геймером сейчас поболтаем немножко, один на один. А ты нам не мешай. Ладно. Если что, я снаружи. Идет? О, и спасибо тебе за помощь. Без тебя бы я не смог. А нет, еще как смог. Да, во второй раз смешнее не стало. Ну что? Что скажешь, Юджин? Как насчет прошвырнуться по городу? Ты научишь меня своим игровым трюкам, а я научу тебя клеить девок. Спасем своих меченых братьев. Неохота. Мне здесь как-то спокойней. Да ладно тебе. Будешь торчать тут, играя в ангелов и демонов, тебе же ни одна девка не даст. Слушай, тебе решать. Только мы все можем жить там, в реальном мире. Но за это надо бороться. Если надумаешь, позови меня, ладно? Надо опробовать новый арсенал. Плохое начало. Нет, так не годится. Так, братишка, я скинул тебе новые координаты. Реджи, помоги мне. Я потерял все способности. Ни Юджиновской нет, ни моих старых. Что? Будь там, я еду. Нет, я тут у всех на виду. В паре кварталов отсюда есть один переулок. Я понял, подъеду туда. Хо-хо, повезло им, что у меня силы пропали. Ну как так можно, а? Не распыляйся. Только вас сейчас не хватало. Слава богу, ты здесь, Редж. Нужна твоя помощь. Погоди, стой. Говоришь, ты потерял все способности? Да, все способности. Ни дыма, ни неона, а геймерские... Так это же хорошо! Отличные новости, брат! А, что ж тут хорошего, если за мной охотятся тысячи солдат Деза, а я как голый? Вспомни, мы хотели найти способ тебя излечить, так вот он! Ты больше не биотеррорист! Все, конец! Делсин, мы можем ехать домой. Домой? Слушай, ты старался изо всех сил, так? Племя знает это, я тоже. Чудо, что ты вообще выжил! Так вот, пожалуйста, давай завяжем с этим, пока не поздно. Скажи честно, ты на моем месте уехал бы домой? Безусловно. На твоем месте, да. О, пусть я булыжники в нее буду кидать, но я достану Августину. А так как мне бы не хотелось разыгрывать... сценку про Давида и Голиафа, мне очень нужна твоя помощь. Так если ты уже принял решение, тогда зачем тебе я? Ну, если у меня есть шанс вернуть способности, то только через ретрансляторы. Конечно. Но, черт, Редж, без моих способностей мне его в жизни не вскрыть, так что... Мне вообще-то нужен не ты, а твой пистолет. Нет. Нет, 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 нет. Пистолет я тебе не дам. Не дам и точка. Ты...
Черт! Но зато, возможно, я могу одолжить пару пуль. Спасибо. Я наверняка пожалею, что спросил, но какие новости? Ты лучше отойди подальше. А, хорошо, что я отошел. Ну, может, в следующем будет что-нибудь стреляющее или там, ну, ударяющее. Я тебе сообщу. Ну нет, я иду с тобой. Нет, не идешь, я сам. Силой невидимости ретранслятор не откроешь, так что без меня тебе все равно никак не обойтись. Тем более, ты не знаешь, где он. Ну, если выбирать одну силу, невидимость не так уж и плохо. А то! Я подростком о таком, знаешь, как страстно мечтал! О! Все, закрыли тему. Вот он. Отлично, Редж. Заставь его расколоться. Я надеюсь, потому что к нам на всех парах мчится Дес. Видал? Просто обалдеть! Элсин? Эй, я сказал, прячься! Создаю вещи силой мысли. Ничего не пой, Реджи. Ты цел? Да, порядок. Пойдем к следующему ретранслятору. Извини, это слишком опасно. Тебе со мной нельзя, дружок. Итак, следующий ретранслятор у нас где? Эй, помнишь меня? Я тот специалист по ретрансляторам. Ой, и звонок на второй линии. Юджин, это Далсон, слушай. Твои летучие друзья наверняка ведь проводили разведку местности, а? Да. Отлично, помоги мне кое-что найти. Знаешь, такие светящиеся ящики, которые Дес везде расставил? Ага, сейчас. Один такой недалеко от тебя. Спасибо. Кстати, я видел, на улице обижали подозреваемых в биотерроризме. Может, поможем ребятам? У меня теперь свой меч. Что скажешь, а? Меч вообще зачетный, скажи. Да не то слово. Ну так ты в деле? Нет. Давай без меня. Меня в долине смерти ждут ангелы 11 уровня. А, тогда конечно. Отправляйся к ним. Дороги!
Раз уж я тут, можно и приложиться. Черт. О, это чувство. Юджин, извини, что прерываю твое общение с демонами, но меня атакуют снайперы. Давай, двигай-ка сюда, а? Нет, я тут посижу. Но я пошлю к тебе ангелов. Надо же, теперь я могу бегать и прятаться. Что же будет дальше? Нейра? Да, все окей. А, слушай, чувак, она тебе совсем не пара. Сначала научись ползать, а потом уже садись в ракету. А тот тип, который устроил крушение, он ушел? Хэнк? Хэнк. Его поймала Августина и убил. Правда? В автобусе он только и говорил, как... вернется домой, к дочке. Ничего. С Августиной я скоро разберусь. Хорошо, когда есть пара помощников. Посмотрим. Я могу исчезнуть, ударить и убежать. Ха, против авиации мне это не очень поможет. Куда? Это же самое веселое! Клево! Юджин, не сочти меня неблагодарным, но почему твои демоны такие трусливые? Я думал, они нужны только для разведки. Слышь, ну ты чё? Ну нельзя же так делать! Мы проводники, своих не бросаем! Ладно. Справлюсь, обещаю. Еще один нашел. Это довольно близко. Спасибо. Отлично, мы с твоими ребятами этих гадов натянем. Мне все равно, что там у них. Главное...
Мутанты, вперед! Да, ура, все такое. Но у меня плохие новости. Я нашел еще один ретранслятор. Что ж тут плохого? Рядом с ним куча бойцов Деза. Может, хватит с тебя сил? Зачем еще рисковать? Мы ведь даже не знаем, что ты получишь. Юджин, только не надо опять трусить, ладно? Нет такой задачи, с которой не справятся два альфа-самцовых проводника и куча ангелов с демонами. Прям так и альфа-самцовых. Как буду там, позвоню. Я-то думал, что круче уже быть не может! Короче, Юджин, вот мой план. Я незаметно обойду их, а ты... Ура! Ладно, план Б. Ну же, Юджин, ты способен на большее. Давай, альфа-самец! Ну, ребята, вперед! Геймер дал приказ! Сейчас вам будет ад, рай и Делсин! Ого, Юджин, что ж ты раньше-то стеснялся? А, у меня маленькое замечание. Ад, рай, Делсин и Юджин. Нет, хочешь попасть на обложку, тогда вылезай из своей берлоги. Ну, не знаю. Люди меня не любят. Да не гони, все тебя любят. Тот парень, которого ты только что спас, он так и орал. Юджин круче всех! Откуда он узнал мое имя? Без понятия. Вот был бы ты тут, сам бы и спросил у него. Но вообще-то хорошо было бы и другим людям помочь. Молодца, тогда скажешь, как будешь готов. Реджи, извини, что так долго. Во-первых, я рад слышать, что ты все еще жив. А во-вторых... Ты сначала посмотри, что я теперь умею. У меня мечи и ракеты, и демоны, которые пикируют прямо с неба. Да, звучит опасно и глупо. Ну и круто, отчасти. Спасибо. Скорее бы показать это все Августине.